Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами канал «Брошь об Израиле». Меня зовут Шуламит. Итак, мы приехали на этот рынок уже не в первый раз, и мне многие, наверное, скажут, что это ты тут 125-й раз снимаешь. А дело в том, что, во-первых, пришли новые зрители, которые, может быть, и не знают, что у меня есть такие видео. Ну, а главная причина то, что многие зрители меня просят снимать рынки, снимать... Сколько стоят фрукты и овощи, просто цены называть. Вот я и решила, раз я уж тут, почему не снять заодно? Хочу сразу сказать, как сюда добраться, потому что меня часто спрашивают, как доехать в какое-то место. Если вы едете из Хайфы по шоссе номер 4, то этот рынок находится прямо на въезде в город Наария, по правую руку. Работает этот рынок 7 дней в неделю, с 8 утра до 10 вечера. Так что, когда бы вы ни приехали, вы на него попадете. Вы видите, что это здание двухэтажное. На первом этаже находится овощной, фруктовый овощной рынок. И находится фактически супермаркетом, можно его назвать, потому что он закрытый. Но он называется рынком, поэтому я его называю рынком. Ну и цены тут рыночные. И, конечно, очень удобно, что он в крытом помещении, потому что летом он охлаждается, не жарко в любую жару, а зимой, если дождь, сегодня, правда, дождя нет, то тоже очень хорошо там. Ну и там есть целый супермаркет с обычными продуктами супермаркета, с очень неплохим выбором и довольно низкими относительно ценами. Ну, на цены овощей и фруктов я постараюсь вам их все заснять по максимуму. А на втором этаже находится хозяйственный отдел. Там очень много хозяйственных всевозможных товаров. Может быть, как-то обзорно постараюсь показать. И находится большая столовая, где можно поесть. Ну, давайте зайдем и посмотрим на этот рынок. Мы на втором этаже рынка. В разных отделах разная еда. Здесь огромный отдел хозяйственный. Тут и посуда, и сковородки, и все, что хотите. Огромные отделы с разными предметами туалетики. Тут вам и зубная паста, и шампуни, и дезодоранты, и средства по уходу. Все, что только вы можете представить, что должно быть в магазине, тут есть. Одноразовая посуда. Ну а сейчас мы едем вниз. Тут находится супермаркет. Большой довольно. Вот тут разные товары, как вы видите. И с другой стороны, цены здесь довольно относительно невысокие, но я показывать все не буду. Я вам покажу овощной рынок. Вот мы к нему подъезжаем. И сейчас я постараюсь вам более или менее заснять, сделать обзор на цены фруктов и овощей. Клубника 15 шекелей коробочка. Здесь примерно полкило в коробочке, качество хорошее. Разные сорта помидор. Эти по 9,90. Те по 12. 4,90 за бананы. 9,90 за авокадо разных сортов. Клемантина 3,90. Яблоки по 5,90. Вот эти яблочки по 7,90. Гранд Смит по 5,90. Картошка 2,90 за килограмм. Вот эта картошка 3,90 за килограмм. Упаковка чеснока 4,90. Долорит. Это 3,90. Это рот тыквы. Красный лук 3,90. Лук 2,90. Помидоры 2,90. 3,90. Огурцы. Это маленькие огурчики. Честно говоря, цены не знаю. Нету тут. Маленькие кабачки 6,90. Эти кабачки покрупнее, но вот цены не вижу. Это цукини. Цукини 8,90. Это разная зелень. Цены не вижу, но она обычно 2,50 за пучок. Пучки здесь большие. Маленькие баклажаны 3,90. Стручковая фасоль 18,90. А вот это обожаю. Это свежий горошек. Он стоит 29,90 за килограмм. Артишоки 15,90. Редиска 3,90. Это иерусалимский артишок. Он стоит 12,90 за килограмм. Кстати, он очень похож по вкусу на картошку.
Это крупный редис, он уже стоит 3,90 за килограмм, а не за мешочек. Лефет. Лефет – это репа, она стоит 3,90 за килограмм. Бататы или сладкий картофель. И есть маленькие. Смотрите, вон те большие, а эти вот маленькие. Цветная капуста 5,90, красная капуста и обычная капуста 2,90. Это капуста для фарширования 5,90. Видите, она имеет такую форму, и она большая. Зеленый лук тут продается на килограмм, и стоит он 15,90 за килограмм. На самом деле это очень дешево. Если берешь немножко, как в супермаркете, то получается явно дешевле. Это вот такой сорт тыквы необычный. Он стоит 12 шекелей кило. Это уже вареная свекла. Не написано, сколько стоит. Тут чеснок по килограммам продается 25,90. Кальраби 5,90. Свекла 3,90, очень хорошая и хорошо вымыли. Вот этот вот овощ называется шумар. У него запах аниса. По-моему, по-русски он называется фенхель, не уверена, потому что познакомилась с ним только в Израиле и знаю его израильское название. Стоит он 6,90. Перец сладкий красный 7,90. Тут очень много видов перцев по разной цене. Видите, вот разных цветов, разных фасонов. Стоят они порядка, вон 4,50, вижу 5,90. Ну, вот такие вот цены. Брокколи 5,90 за упаковку. Морковь 2,90 за килограмм. Груши 7,90. Киви 15,90. А вот это пассифлора или маракуйя. Она стоит 29,90. А вот это киви подешевле, оно стоит 9,90. Айва 12,90. Хурма 7,90. Виноград 25,90 за килограмм, но сейчас не сезон. И то же самое инжир 20 шекелей за килограмм. Ананасы 25 шекелей за килограмм. Цитрусовые. Помело 3,90 за килограмм. Грейпфрут 3,90 за килограмм. Апельсины 3,90 за килограмм. Папайя 8,90 за килограмм. Гранаты 4,90 за килограмм. Вон каштаны. У меня есть рецепт приготовления каштанов. Это кокос, ну и орехи. И тут целый магазин с орехами есть, но я туда не захожу сейчас. Ну вот я и дома. Покажу вам быстренько, что я купила. Это не недельная закупка. Просто купила то, чего мне не достает. Первое, что купила, это творожный сыр фирмы Сваля. Это литовская фирма. Вот этот с зеленью, второй сливочный, они стоят 7,90 каждый. Филадельфия Лайт и Филадельфия с зеленью, каждый из них стоит 15,90. Они очень, кстати, похожи на вкус, по вкусу вот на эти. Молоко фирмы Ятвата в бутылке стоит 5,90. Хотя в обычных магазинах оно, по-моему, не меньше 7 шекелей стоит. Купила коттедж. Это типа зернистого творога, если кто-то не знает. Похоже, но не совсем. 5%, стоит он 5,50, так же, как во всех магазинах. Купила я огурцы. Вот эти вот огурцы обычные, тепличные огурцы. Они стоят 3,90. А это мини-огурчики. Вот такая упаковка стоит 7,90. В обычных магазинах 8,90. Купила помидоры по 2,90. Купила два таких небольших кабачка для супа. Они стоят 6,90 за килограмм. Лук по 3,90. Хотя можно было и за 2,90 купить, но я взяла тот, который получше. Картофель купила по 3,90, хотя был и по 2,90, но я всегда руководствуюсь правилом выбрать то, которое лучшего качества. Купила цветную капусту, огромная голова, почти 2 килограмма веса. 1 килограмм стоит 5,90. Зеленый горошек за 29,90, 1 килограмм. Меня спрашивали, что вы из него готовите. Да у меня не доживает он до готовки, мы его съедаем так. А готовить мы можем и из замороженного горошка. Вот такие яблоки я купила, они называются Delicious или Golden. Стоят они 7,90. Купила вот такие яблоки Grand. Это кислые яблоки, тоже за 7,90. Ну и последнее, что купила, это коробочку клубники. Клубника стоит 15,90. Кстати, это очень чистая экологическая клубника, она не обрабатывалась химикатами. Здесь полкило. Ну вот и все. До свидания. Спасибо, кто смотрел до конца. И до новых встреч.